сегодня, 5 утра, мы перекрыли. Вот, после этого проведены геодезические работы и приступили к фрезерованию. Ну, мы планируем где-то в течение 3 дней отфрезеровать здесь покрытие. Ну, в это же время провести какую-то диагностику вот колодцев, водоканал будет проводить. Потом частично будет заменен бордюрный камень, ну, тот, который уже совсем в негодность пришел. И работа здесь без перекрытия просто невозможна, потому что, ну, как вот мы работали на той же Олимпийской, еще на каких-то улицах, мы там старались как можно меньше ограничивать движение. Здесь не получится, здесь будет стоять куча машин, которых никак не убрать, а их надо постоянно будет. Вот идет врезать, сейчас работает, а вот мы перекрыли, сразу будет все движение. Если все нормально, к концу следующей недели мы откроем полностью.